Снова здравствуйте. Я сегодня приглашаю вас приготовить со мной брауни. Готовится очень легко и быстро. Для приготовления мне понадобится 1/2 стакана муки, 1 стакан сахара, 1/3 стакана какао, 100 грамм масла сливочное, 1/4 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, ванилин, 2 яйца и шоколад для глазури. Выпекать нужно в прямоугольной форме или в квадратной. А для приготовления самой основы, вернее теста, понадобится только миска и лопаточка. Готовится все это быстро, поэтому можно включить заранее духовку, чтобы она разогревалась. Растапливаем сливочное масло и выбиваем яйца. Все сухое высыпаем в миску. 1/2 стакана муки, 1 стакан сахара. Сахара можно взять немного меньше. 1/3 стакана какао. Чайную ложку ванильного сахара или же ванилин. 1/2 чайной ложки разрыхлителя и 1/4 чайной ложечки соли. И соединяем. Выливаем сливочное масло. И все хорошо перемешаем. Добавляем по 1 яйца и вмешиваем хорошо. Вот такое тесто эластичное в результате получается. Выкладываем теперь в форму. И отправляем запекаться в духовку при температуре 170 градусов. Пока готовится брауни в духовке, на водяной бане нужно растопить шоколад и сливочное масло. На 100 грамм шоколада 20 грамм сливочного масла. Двадцать минут у меня выпекался мой корж для брауни. Теперь остается покрыть его сверху шоколадом. Отправим ненадолго его в прохладное место, чтобы шоколад затвердел. Брауни готов, теперь его можно просто нарезать на кусочки. Попробуйте приготовить, это очень вкусно. А я сегодня с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие видео. Спасибо, что были со мной. До новой встречи.
Пока.